Хей, у гайс в мишмаке мы продолжаем пройти игру по названию Dark Souls 2. Короче, убил я вот этого стража, что стоит около башни. И убил вот этого челика. Да, вы видите, у меня как раз души есть. А души я нафармил на в одной локации. На вот этих великанах. Которые типа тролль или кто это. Кольцо предела. Вау. Это то, что как раз нам и нужно. Что дает кольцо предела? Он не дает нашему ХП упасть на 50%, а всего лишь на 25%. Блин, я вот не знаю, стоит ли мне или же продолжить. Мы можем сходить пока что там, где врагов нету, да? А потом, если что, просто убежать. Я думаю, это хорошая идея, поэтому побежали. Я посчитал, сколько нам нужно на броню. Всего нам нужно в районе 26 тысяч по душам, чтобы купить сет. Ну, как вы видите... Ё-моё, не-не-не-не-не, приятель, а чё ты аж сюда пришел? Ну тебя нахер. Видите, после того, как он умер, они начали активно ходить по данной локации. И меня это довольно сильно пугает. Потому что хер его знает, что у них на уме. Ладно, берем телепорт. О, не-не, подожди. Пока еще. Ну ладно, я отдохнул уже. Вот там что у нас? Я вот это вот место не знаю, не знаю, стоит ли спускаться мне сейчас. Думаю, нет. Ну, мы уже знаем просто, куда пойти. Блин, можно пойти потом к дракону. И там, по идее, есть босса с первой части. Ладно, отправиться нам нужно, типа, маншул. Короче, я вот здесь, в лесу павших героев и убежище трусов. Я, короче, там зачистил, теперь там больше нету гиганта. Я не помню, где еще был гигант. Если брать гиганта там, где в самом начале игры, где старушки те были, то его нету. Я туда уже ходил, он все-таки одноразовый был. Больше не помню, где еще был. В какой-то местности их же вообще там, кажется, двое было. Только вот где? А, ну да, я же этих поубивал. Гигантов мне дали ножик. Там из воров. Так, шлем, это я закупался броней. Так, колечко я подобрал. Ну, это вы видели. Кольцо предела. Необычное кольцо неизвестного происхождения. Ограничивает уменьшение здоровья в облике полого. Увы, это кольцо не сделает вас человеком. Потерянное не так легко вернуть. Оно довольно хорошее. Почему? Увеличит максимальный ХП. Но я на самом деле не знаю, но у меня еще плюс кольцо стояло. Денежек. Слушайте, ну в принципе мы можем возжигать костер. Мы можем возжечь костер с вами. Ладно. Давайте с ним поговорим. Нам вам нужно броня, подходить, посмотреть, что есть. Купить предметы. Давайте, короче. Начнем, наверное, с самого полезного для меня это. Ну, вы видите по оценкам CC и здесь C. Но здесь у нас А, поэтому мы берем это первым. Дальше. Я думаю, лучше купить сапоги. А, блин, а если я бы не сапоги купил, а перчатки мне бы хватило бы на шлем. Зараза. Ладно, в принципе... Хорошо, придем еще. Так, вещи. У меня еще с великанов две вот эти души выпали. Это, кажется, по 2000. Ладно. Давайте, во-первых, еще раз к ним приду. Мне нужно с ним поговорить. Не то, не то, не то, не то. То есть купить... И мне нужна информация. А шлем Алвы. Это шлем носил Алва Скиталец. Легкий, но очень надежный. Алва много странствовал по свету в поисках лекарства для святой сестры, но потерпел неудачу и оказался от рыцарского титула. Алва попал в
сети вины и раскаяния, не смог обрести свое предназначение благодаря помощи ведьмы, которая некогда говорила против него заговор. Готовила, да? Так, Алва, эти доспехи. Так, Алва много странств, вот та-та-та, Алва попала в сети, та-та-та. Короче, одно и то же. Понятно. Давайте теперь вы просто посмотрите, насколько они легче моих. Ну, самое простецкое, это начнем. Так, а что мы купили? Хотя, подождите. Мы с вами купили обувь. Так, это рыцаря, вот, ал. Так, они тяжелее, слышите? Ух. Ладно. Ух. Ух, ух, ух. Стоять, вот это вот сейчас... Не очень круто. Вообще не круто. Нам переносимый вес тогда, ребят, нужно с вами вкачивать. Нам нужно, наверное, переносимый вечен. Эти нужно вкачивать, короче. Ладно. Еще у нас есть одна херня, с помощью которой я могу получить кое-что халявное. Этого нам нужно спрыгнуть. Ну, Джеронимо. Ну, это довольно просто было. Вы погибли, да? Да, да. Да, 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 да. Ароматная ветвь былого, ароматная ветвь дерева и сладкого, сладким запахом. Оживает превращенный в камень. Короче, денег у нас больше нету. Блин, а значительно у меня уменьшили. ХПшку. Нужно все-таки кольцо будет одеть. Давайте, наверное, колечко все-таки одену. На пальчик. Только не знаю вместо чего. Блин. Ну это то, что у нас, в принципе, отняли. Часть ХП, которую. Вам нужна броня, подходите. Поговорить. Ну что, мы оказались в трудном положении. Вот, возьми, это подарок. Доспехи Ауроса. А, вы очень терпеливы. Извини. Еще хочешь дать мне брони, что ли? Я богат. Да. Да, 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 да. Так, душу мы вернули. И что мне дает эта броня? Эта броня, короче, у нас призрачная. Показать информацию. Шлем Ауруса. Шлемы... Так, шлем королей... Королей пустынной страны Джуга. Первый его носитель Аурус. Основатель этого государства. Согласно легенде, доспехи Ауруса сделаны из волшебного материи, невидимого для слабых духом. А что видит ваши глаза? Эффект увеличивает вес снаряжения. Показать информацию. Доспехи королевской пустынной страны Джурна. Впервые выносить так-то. Доспехи увелич... Как понять, увеличит вес? Давайте тогда самое такое возьму. Одену. Ну, что не очень сильно... О, смотрите, так они лучше, чем мои. И намного легче. Так. Теперь я одену вот эти доспехи. Так, супер пикарикат, хорошо. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так нет, что вы слышите, и серьезно такие идеальные получились.
Типа, они намного лучше, чем мои предыдущие были. Ну, конечно, на немного, но все-таки. Нет, штаны, ладно, пока с этими похожу. Так, открыть ящик с предметами. Кинжалик. Я не понимаю, почему вещи сразу не прогружаются. Так, это сюда. Сюда. Но не видите, по прочности тоже типа побольше будут. Ага. Проклятый, ищи души, огромные души, хорошо. 4000. На что? Что? Давайте прокачку вкинем, короче. Новый уровень. Нет, давайте хотя бы, я не знаю, до скольки. Блин. Мне хп бы вкачивать, потихоньку начинать уже. Мне бы потихоньку хп вкачивать. Так, а мы же все выкинули, да? Ладно. Блять, нет. А смысл мне штаны, если эти штаны так хороши? Конечно, да, они показывают мою наготу, но все же. Так, отправиться. Босса мы убили, поэтому мы можем пройти сейчас немного вперед в саму вот эту башню. Блин. Драконом бы пойти, но там... Такое, конечно. Все будет, ну ладно. Все-таки сейчас с вами пойдем на этот проходик. Неужто я снова что-то забаговал, из-за чего мне сломалась игра? Пожалуйста, давай без цвета херни. Да, сломалась. Так, значит, диспетчер задач, как у нас там, Dark Souls, завершить, завершить. Так, игры. Блять, не беси. Игры. The Dark Souls. Чё за херь? Оно что-то как-то фризит, ебать, все. Мне это не нравится. Очень не нравится. Dark Souls 2 не отвечает. Прикольно, убил босса. Прокачался. Рута тень. Давай, 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 давай. Нету интернета. Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжить 42, да, это оно. 8:51. 9 часов мы играем. А мы тут еще даже никуда не прошли. Мы только с вами, считайте, начали только четвертую локацию из списка. Это, смотрите, это четвертая локация из списка, то есть первая строчка только написана. А всего таких строчек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 строчек таких. Мы только еще первую не можем закончить, а у нас уже серии сколько там? По двадцатник, да, кажется, уже есть. Точно, сколько у нас уже серий? Так, отправиться манжула. Не знаю, с чем связано фрезы эти, ладно.
Кинжал вора. Кинжалы с из... острием. Все, нормально, нормально. Куда-то баба это делась. О, видите, рыцарь, он сюда херечит. Куда баба делась? Пипец, они тут везде теперь ходят. От... Опа. Привет, трупец. Здравствуйте, здравствуйте. Монастырский талисман. Это, слышу, мне беленький такой. А, не, монастырский талисман. Лечит от отравлений и восстанавливает здоровье. Показать информацию. Монастырский талисман, священный амулет, лечит отравление и восстанавливает здоровье. Такие амулеты заражены благословением в древних обрядах, воссозданных в монастыре Линдельта. Нынешнем средоточии чудес. Так, пусть эта копия не столь мощная, как оригинал, она тоже пригодится в трудную минуту. Так, у нас 8 человечности с вами. Блин, нужно было, скорее всего, сходить. Человечность купить. Ого. Копьеносец. Ого. Мужик с мечом. Ну. Вау, вау. Бей! Он... Почему он... Почему ты не бил? Боже, как меня бесит. Он не бьет на эту кнопку. Бывает. У тебя я хотел атаковать? Но он типа решил, типа, ладно, я не буду атаковать. Ого. Человеческая фигурка, темные пилюли. Душа гордого рыцаря. Старая алебарда рыцаря. В чем прикол? А в чем прикол? Пилюли где? Угу, темный пилюли. На время увеличит защиту от тьмы. Показать. Темные пилюли. Так, пилюли, истощающие невероятное зловение. На время увеличит защиту от тьмы. В народных преданиях часто упоминается святая Элизабет, а лекарства и зелья по ее рецептам применяют и по сей день. Хорошо, алебарда. Ух ты ж, ё-моё. Старая алебарда рыцаря. Старая алебарда рыцаря, древняя алебарда. Это оружие принадлежит воину столь древнему, что не сохранилось никаких записей о его подвигах. Алебарда очень-очень непрочная. Порой разваливается на части алебарды и спускает мощный импульс силы. Ну, конечно, защита 20-ка это не очень так уж и круто. А давайте я попробую ее... Так, вот это типа лучше убрать. Бля, у меня еще это было одето, точно. Это что же вес? Ну, смотрите, чисто по пробиванию она хуже. Я хочу посмотреть, как она атакует. Ну. Можно попробовать, слушайте. Давайте сюда пройдем, потом туда. Ха. Ага. Ага. Ага.
Понятненько, идем к мужику. У нас две фляги осталось. Че, раз на раз? Ну... Ух ты ж, ё-моё, нихера себе. Ты его насадил. О, сундук. А если это мимик? Ну блин, типа он прикольный, но он быстро ломается. Так, я же понял, что они же бывают теперь с ловушками. А-а-а, ты не так... Он не так быстро прыгает с ней. Очищенная, так, костяной прах. Ай-яй-яй, вот это вот перегруженность. Та-да. Я что-то по весу не посмотрел. Что нам по весу побольше будет? Так, ладно, предметы. Порох, прах, 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 прах. Ага, вот он. Очищенный костяной прах. Сожгите в костре, чтобы улучшить флягу... Сожгите в костре, чтобы улучшить флягу с секстусом. Фляга с секстусом улучшается один раз? А вот это очень интересно. Показать информацию. Очищенный костяной прах. Обугленный, обращенный в прах кости. Бросьте их в дальний огонь в Манчжурии. И с каким так использовали фляги. И с каждым использованием фляги вы будете получать больше здоровья. Говорят, это останки святого, который сам взошел на костер. Впрочем, зола и прах уже не досмогли рассказать об этом. То есть это, если верить надписи, от первого... Ну, кто, короче, вожжёг огонь, да? Ну, который, типа, мы. Последняя серия. Как я понимаю. Блин, ну я понимаю, что если сейчас на лифт сяду, я просто умираю. И хер его знает. У нас щит. 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 Ну, внизу враги не ждут, поэтому нормально. Вода. А, вода это мне не нравится. Что такое вода? Вода это замедление моего же передвижения. Ух ты ж, ё-моё. Ой, мое сердце. В смысле? Так, вот это вот мне ни хера не нравится. Там стоит статуя. Которая преграждает мне путь. Это здесь у нас есть проход. Хотя здесь есть проход. Ну, после вот этих отравленных существ. У меня плохое предчувствие. Вот это зря я тогда зарашил. Попал в западню. Опа, костер.
Ладно, давайте в Вашум отправимся в Манчжуу. Я там отдохну. Ну, вожгу как раз костерчик. У нас же теперь есть возможность улучшить Экстус. И, по идее, мы можем повысить свой уровень. Та-та. Давайте потом еще один уровень поднимем и все. Так. Сжечь. Человеческую фигурку не стоит, потому что враги будут намного сильнее. Костя, брось их в... Да. Некая сила укрепляет... Так. Укрепила фляху с Эксусом. Отправиться. Безлюдная пристань. Ага. Невидимая тропа к Хейду. Это хорошо. Это очень хорошо. Потому что потому. Там у нас ничего ж нету, да? Ничего. Безлюдная пристань. Безлюдная пристань — это у нас следующее. Все, мы перешли на вторую строчку. Вау! Серьезно? Забрать предмет, метательный нож. Ё-моё. Мне это нихера не нравится, слышите? Думаю, огонь мне повредил бы. Ой, идите в сраку. Мне факела теперь нужно юзать из-за вас. Блин, может двойной захват взять? Тогда по мне будет больше урона проходить. Можно его развести. Ага, ну и ну вот этот на лодочка, ладно. Открыть. Осколок титанита. Душа гордого рыцаря. Душа, душа, душа. Приятель, сюда. Готово. Так, там сидит челик. Пальшоль. Пальшоль. Так, большая душа мертвеца, самоцвет жизни.
Раз, два. Там еще один стоит, один с огнем. А, они типа защищаются этим, я понял. Так, один сверху, один здесь. Шлем полового пехотинца. Так, темная смола. Блин, мне бы огонь с собой носить. А какой этого нихера нету? Чтобы у мертвеца не было нихера, это странно. А шлем Веркинга? А, я думал, тут западнее. Железная стрела, 10 штук. А, в чем? Ага, тут есть проход наверх. Молодец. Так, я у кого-то еще услышал. Ну, типа, защита щитом и атака. Это самое идеальное. Я еще слышу собаку. Да, она тут не одна. Домик мистера Крабса. О, привет. Что это? Я не знаю тебя, а ты не знаешь меня. Пусть дальше так и остается. Как странно, ты себя ведешь. Обычно люди стараются держаться подальше при виде этой маски, но ты... Меня зовут Лукатель. Я родом из страны, что зовется Мира. Она за горами, дальше отсюда. Горе Дранглин полон могущественных душ. И вот я здесь, чтобы взять свою долю. Но до чего же это странное место? Даже слухи не смогли подготовить меня. Ты действительно ведешь себя очень странно. Мне всегда казалось, что лучше избегать людей. А тебе захотелось подойти ко мне? Не вижу твое путешествие. В самом разгаре, если хочешь, я тебе помогу. Я из мира, страны рыцарей. Мой меч всегда наготове. Смело зови меня, что бы ни случилось, я приду. Ты действительно видишь себя очень странным. Мы всегда... Мне всегда казалось, что люди избегают людей. Хотела знать ко мне. И вот твое путешествие. Хорошо. Вот видите, типа, какого черта она он атакует, если мне не нужно атаковать было.
чем прикол? А в том, что мне нужно будет потом все это поджигать. О, тут что, вещи есть. Доспехи Ван Гринца. Зараза. Метательный нож. И чё они на меня? Зараза. Как мне... Я понял, до свидания. Тут что-то есть. И для чего это место? Просто так, да? Круто. Тихо. А, ехать так и задумано было. Мне нужен костер, чертов. Если я найду костер, я смогу закончить серию. Я думал, ты меня подожжешь. Ох ты ж, ё-моё. Ты что за херь? Да ладно. Это что-то необычное. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Типа, у меня оружие не подходит для этой твари. Так, тяжелые сапоги. Ай. Вот что за бред? Мне дают вообще не то, что я хочу. Где защита? Да ладно, серьезно, я погиб? И понимаете, в чем херня? Мне начинать с самого начала. Минус 5000. Не думаю. А я так не думаю. В принципе, мы там не так уж далеко прошли. Не, я думаю, я сейчас отлечу. А, круто. Круто.
Сейчас кое-кто отлетит. Все-таки. Это буду точно не я. Точно не я. Точно, точно не я. Так, огненные, короче, тоже, да, защищают меня от огненных. Бац. Да, я врагу открылся, и все, он меня убил почти что. Так, а мне хила, не забывайте о них. Давай сюда. Тихо. Так. Так. Килимся. Метательный нож. Доспехи полова. Там пробежаться немного нужно. Бац. Так, а вон мои души. Бац. Так, здесь мне нужно пробежаться. Ой, она куда-то пропала. Бац. Я не понял, почему я ударил стену. Ну вот чё он не бьет? Боже, что за дебилизм? Одна фляга осталась. Так, мне нужно сейчас будет быстро пробежаться. Пробежаться, пробежаться, пробежаться. Пробежаться, пробежаться, пробежаться. Пробежаться, пробежаться, пробежаться. Добежать, добежать, добежать. И закончить серию. Потом я заюзаю человечность, потому что там где-то можно будет призвать помощника. И он мне поможет зачистить эту всю локацию. Отправиться в Манджула, Манджула. Давайте тогда отправимся, быстренько я отхилюсь. Ну, именно прокачки, прокачка. Блин, все равно все сложно становится. Давай, новый уровень. Пойди на два дашных. Да, на два хватает. 51. Жизнь. Так, хорошо. А, посмотрите, у кузнеца хватает ли мне денег для заточки меча? Так, нет, стоять.
Блин, у меня все равно нету предмета этого. И тут нужно мерцающий. Короче, нет. Давайте, короче, тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.